Читать можно. Презентация книги под таким названием прошла в Махачкале. Ее автор – молодой поэт Тимур Раджабов. Он приехал в столицу из Москвы всего на 2 дня, чтобы рассказать о своем творчестве и новом сборнике стихов. Тянет, ничем эту тягу не сбить, температурю тобой. Пульсом проходит из прошлого нить, вторит волторне гобой. Тихая музыка, громкого мы, медленный вальс никуда. Я зарекался от этой тюрьмы, я же и рвался сюда. Тимур Раджабов – лауреат премии Юсупа Хапалаева и международного поэтического конкурса «Серебряный стрелец» 2007 в Лос-Анджелесе. Эту книгу уже презентовали в Москве. По словам поэта, публика встретила ее положительно. Издали всего 100 экземпляров. В сборник вошли лучшие стихи, большинство из которых признается автор о любви. Его творчество более популярно в интернете. Многие из тех, кто пришел послушать стихи Раджабова, познакомились с его творчеством в социальных сетях. Судя по улыбкам, по встрече людей, которые знают тебя по Фейсбуку, Тимур, знают тебя виртуально, а теперь для многих сегодня у нас с вами, дорогие друзья, встреча с поэтом, с дагестанским поэтом, можно сказать, русским поэтом, с российским поэтом Тимуром Раджабовым. Автор стихов, так он любит говорить о себе, и редко употребляет, и, по-моему, не любит говорить о себе «я поэт». Но думаю, что мы сегодня уже совершенно точно можем сказать, что, конечно, Тимур поэт.